Петров пост или апостольский, как его еще называют, первый из двух летних постов, установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Длиться он может от 8 до 42 дней. Начало Петрова поста всегда приходится на второй понедельник после Троицы, а заканчивается он всегда в одно время – 12 июля, в день празднования Петра и Павла. Этот пост посвящен тому, как святые апостолы относились к, ну, как бы к подвижничеству, как они относились к принятию святых христовых тайн, ну и к подготовке к празднованию вот этого праздника Петра и Павла. Петров пост считают одним из самых легких многодневных постов. Согласно церковным канонам, строгий пост следует соблюдать только по средам и пятницам. В понедельники Петрова поста разрешается горячая пища без масла, а во все остальные дни допускается употребление в пищу рыбы, растительного масла и грибов. Важно не забывать, что пост – это также время духовной собранности. Петровский пост, как и другие посты, несут в себе необходимость созидания духовных плодов. То есть человек должен вынести какой-то урок для себя, какое-то открытие, вот, и постараться в себе задавить какие-то плотские, греховные побуждения своего тела, своей души и открыть в себе духовное, светлое, святое. Период поста не стоит забывать и о добрых делах, напоминает отец Сергий. В эту пору постящиеся могут заняться благотворительностью или же просто помочь ближним. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.